Всех приветствую, я Адонис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. И начнем мы с прокачки. 4 очка надо потратить. Так, и вот способность интересная. Контрперекат. За мгновение до того, как враг атакует вас руническим ударом, совершите уворот в его сторону, чтобы перепрыгнуть противнику за спину. Это интересная штука. И против ведьмы должно помочь, кстати. Я надеюсь. Уже мощь 218. Все круче и круче. Да, ну что ж, следуем за Басимом. Взгляни на эти благословенные земли. Сад Господа нашего. И лишь его верные слуги достойны трудиться здесь. Аббат Кинеберт. Это тот самый норвежец. О, да. И с виду весьма грозный. Басим сказал мне, что ты знаешь Фулке. Верно. Леди Фулке была здесь не больше месяца назад. Мы беседовали и пили. Приятная женщина. И где она? Топор Эйвор к твоим услугам. Можно рубить деревья или головы. Что ты ему пообещал? Ничего особенного, Эйвор. Мне нужна помощь в одном несложном деле. Нарубить немножко дровишек, да? Говори, что нужно, аббат. А я решу, стоит ли это моего времени. О, твой волк обнажил клыки, Басим? Перейдем к сути. Что ты хочешь в обмен на сведения о Фулке? Несколько недель назад Элдерман Кента покинул этот мир. Тяжкая утрата. Король Альфред выбрал ему замену. Но имя еще не названо. Мне нужно узнать его. Сейчас. Весь Кент скоро увидит, кого из Тенов выбрали. Здесь важно время. Я должен успеть очаровать его, прежде чем к нему на поклон пойдет полшира. И кто же знает его имя? Посланец короля. Он доставит письмо с поздравлением новому элдермену. Найди его и сообщи мне. Узнаю имя счастливца, обсудим, как мне ему угодить. А ты политикан, Кинеберт. Ну, в принципе, как и все монахи высокопоставленные. Но это действительно очень ценная информация. У него губа не дура. Почему не убить его и не попросить пост у Альфреда? Не могу. Я ведь слуга Божий. И настоящая власть все равно в руках того, кто стоит за троном. Где мне искать этого посланца? Монахи Тунбриджа говорят, что люди короля всегда останавливаются у них на ночлег. Начни там. Я узнаю имя, а ты найди Фулке. Всему свое время. А меня ждут на южном побережье. В Фолкенстоне лучшая рыба в Уэссексе. Значит, я найду тебя там, когда узнаю имя. Какой лис, а? Хитер. Кинеберт честолюбив, зато многих знает. Без него Фулке нам не найти. Еще посмотрим. Чем займешься ты? Мне пока не надоели христиане. Увидимся в Фолкенстоне. Он кайфует от разговора с ними. Это подкалывание. Так, он сказал, что там лучшая рыба, да? Стоит на рыбалку сходить? Вот графика офигительная в игре, но на дистанции все очень сильно упрощается. В том же RDR 2, Red Dead Redemption, там вот как-то не смогли, что на дистанции все круче выглядит. Хотя, в общем, она немножко технологически уступает ассасину. Так, добраться до таверны Тунбриджа. Да, верить можно только тому, что предписано. Не думай, за тебя уже все продумано. Я обожаю вот эти церкви.
Только не веришь, что они именно вот так вот выглядели в те времена. Надо будет поизучать этот вопрос. Бог учит нас послушанию и кротости, но аббат противится Альфреду. Разве? Он, как подобает пастырю, держит богатые земли Кента в руках церкви. А что даны? Разве они не у наших границ? Таятся, как змеи. Даны в Кенте? Никогда не поверю. Альфред стращает нас ими, чтобы брать все, что пожелает. Ты не представляешь, как ты ошибаешься. Даны уже рядом с тобой. А что это у меня за аура такая золотая? Я слышал, даны схватили его и вырвали сердце. Элдермен Деугал надрался так, что просто свалился с белых скал. Кто же займет его место? Тен Ферфакс? Ландри? Тедмунд? Все трое не стоят и кучки навоза. Не отдал бы голос ни за кого из них. Громко сказано, но у тебя нет права голоса. Вот, и мы пойдем узнавать информацию, кто именно из них будет новым элдерменом. Элдермен старейшина, по сути дела. Не смог не зайти в эту церковь. Все-таки архитектуру они офигительно делают в Ассасине. Крутяк. Ладно, пойдем дальше. А, тут есть точка, которую надо открыть. Вот это надо сделать. В принципе, если немного вот этих вот точек осмотра, то это неплохо. То есть можно окинуть взором территорию. Познакомиться с ней сверху. Так, вот тут какое-то событие. О, тут крепость какая-то. Крупная довольно. Рочестер. А там ревнитель. Скоро мы с ним встретимся. Тише. Что-то не так. 25, потом 26. Приходит, уходит, и рассудок мой с ними. Пляшут лорды, пляшут леди в темноте лесной. На тот свет меня сведет танец этот злой. Что тебя так тревожит? Прошу, дай мне ответ. Сколько их здесь? Я должен знать. Сколько кого? Камней! Я пытаюсь сосчитать, но ответ всякий раз другой. 20, потом 21! Феи решили свести меня с ума! Камни сами не двигаются. Сосчитаю. Бегай, прыгай, играй, кружись, вот только смотри, не извозись. Ну-ка, ну-ка. Зараза. Так, тут земля треснула, смотрите. Двадцать один получается. Я посчитал все твои камни. И? Сколько же лордов и леди вышли поплясать? Двадцать один. Я совершенно уверен. Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай их еще раз. Спаси мой разум. Ну, давай. Так, еще разок.
Так, пошли от трещины, не считая этот камень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот эти разделились. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Зараза. Разделились камни какие-то. Ответ и правда каждый раз другой. Кто больше их, то меньше их. Водят, крутят, путают. Сейчас вместе куковать будем. Теперь 26. Как же это? Видишь, то больше, то меньше. Молю, посчитай их еще раз. Спаси мой разум. Или потеряй свой. Блин. Надо было глаза не сводить. Так, считаем. Не считай этот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Проклятье, да как вас посчитать? Смотри в оба, а то свет украдут, никогда не вернут. Может быть, их 23? Ха! И тебя заколдовали! Будет пир, готовьте кубки! Пайваки точит свои зубки! Это что за толстый безногий кролик выпался из тьмы? Я тебя вижу, не спрячешься, дьяволенок. 27, 21, 23, 24, 22, 22, 22. Я не знаю, как помочь. Камни сами собой то появляются, то исчезают. Уходи отсюда. Беги, беги, пока можешь. Это Скрюмер шутит? Решил заколдовать Англию? Зараза. Похорошело опять. Что-то с Эйвером частенько такое происходит. Тот камень был там раньше. И где мой безумный друг? Будь проклято это место. Блин, опять наркомания. То есть я разговаривал с камнем, да? Да уж. 21 теперь. Как сразу и было. Скрюмер, значит, да? Холера. Да, с Эйвером не все в порядке. Но это, видимо, после отвара Вольвы. Вельвы. Так, ладно, поехали на задание. Буду осторожнее. В монастырь. Так, тут должна быть новая рыба, кстати. Я еще не бывал в этих местах. Кстати, когда я животных убиваю, то стрелы приносят. Это круто. Сайда? Средняя. Может быть и новая, кстати. Сайда была, только не помню какая. Ладно, хватит. Так, тут мне не будут рады. Это колокол там? Вау. Что это? Кто-то подох тут. Лошара. Ох, какая красотища.
офигенное местечко. Если посланец Альфреда ночевал здесь, кто-то знает, куда он пошел. Это таверна такая, да? То есть при таверне домик, сарай, все как положено. Ты ребенок. Какой-то он хмурый. Рад видеть. Уже уходишь? Жаль. Давайте поменяем лошадь. Хоть мне это нравится, но как-то надоело. У этой лошади туалетный коврик, кстати, на спине. Прикольно. Вот, коричневая. Такой у меня еще не было. Сдержанность. Ну как? Так, орел у меня, то есть ворон, альбинос, да? Можно поменять. Сорока есть. Блин, 650 стоимость. Ну, что поделаешь, давайте куплю. Сорока будет. Дорогущая зараза. Еще увидимся. Мне пора в путь. Прощай. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Прикольно выглядит, да? Мне нравится. Красотища. Славный Сюнин. Так, это у нас лавка, да? Эй, ты ртом мух ловишь или спросить, чего хочешь? Я ищу человека, посланца короля, что проезжал здесь. Иди прочь, а? Или стражу позову? Устал от людей, всем что-то от меня нужно. Может, поможешь мне по доброте душевной? И я оставлю тебя в покое? Умно, тупица. Да, я видел посланца Альфреда, но он уже ушел. Может, Бард Гоуэн знает куда? Где мне искать Барда? Он напился, как свинья. Я видел, как он рухнул у деревьев между причалом и мостом. Иди, не тревожь меня! Посланец пил вместе с каким-то Бардом. Найду его и узнаю, что ему известно. Барды — это весело обычно. Девочка борется? Или девочки? Ну правильно, этим девочки и занимались. Самое женское дело. А вот и таверна. Плачущий медведь, а расспросить нельзя? Там за стеной говорили. Убить лес на укрепление для защиты от данов. Сестра говорит, они сильные. Крепкие красавцы с душистыми волосами. Да, мы такие. Если один из них похитит тебя, рожу ему милых белокурых детей. Так давай, приступим. Осуществим твою мечту. Зараза, даже не знаю, кто говорил. А здесь будет славный набег. Ну ладно, у нас дела. Пойдем искать Барда. Ну,
Так, где-то в канаве, да? Зараза. Покажи, что там впереди. А, вон где, понятно. Барт пропоится не мог уйти далеко. Под мостом сидит как тролль. Лошара, как ты тут умер вообще? Эти раны оставлены оружием саксов. Теперь я знаю, где искать убийцу. Ну, искать не буду. Да, под мостом. Холодно. А? Мои штаны украли? Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Фанни, Фанни, девушка коса. Куда идешь ты до земли коса? Кстати, одет он так богато довольно. Музыкальные размышления. Эти колокола, как же бесподобно они звонят. Это похоже на пение ангелов. Жаль прятать такое сокровище в церквях. Я хочу сочинить музыку, которая воплотила бы всю красоту звучания колоколов. Глубокий, скорбный голос самого большого будет основой произведения. Гармоничный звон тех, что поменьше, будет подобен хору, а тонкий перезвон самых маленьких воспарит над общим мотивом. Барт Гоуэн. Ну как? Эй, ты там еще жив? Терпение, что дряхлый конь. Цок-цок, цок-цок. Слабак, который не умеет пить. Давай приведем тебя в чувство. Так, надо его водой облить. А, или кинуть воду. Тоже вариант. Испытанный способ. Это вода холоднее льда. Так он даже не коснулся. Видели, как кот прямо воспарил над водой? Готов говорить? Кстати, на Лютика похож. Боже, проклятие. Что за демон меня разбудил? Грозный норвежец. Это ведь ты местный скальд? Я Гоуэн Одуванчик, ибо мои песни летят по... Намек на Лютика. Там Лютик тут одуванчик, оба цветы. Уэссексу. Но к чему так грубо меня будить? Вы с посланцем Альфреда пили в таверне. Скажи, куда он отправился? Разве? Я был так пьян. Может, кое-что маленькое серебряное поможет мне вспомнить. Ах ты наглец! 165 монет! Как это еще длинного острова. Ладно, заплачу ему. Возьми пару монет. Поспи в нормальной постели. Спасибо, но так песен не сложишь. А как еще свести концы с концами? Найти дело посерьезнее? Сеять хлеб, доить коров. Я что, пахарь? Боже, нет! К юго-востоку отсюда есть крепость, где паладинов учат сражаться. В Дувре, у Белых скал. Спасибо. И помни, пьянство туманит рассудок и заплетает язык. Спасибо, это очевидно. Оставь меня терпеть кару Господню. Отходняк. Посланец пошел в Дуврский замок на юго-восточном побережье. Блин, как-то слишком коротко наше знакомство было. Это же явно намек на Лютика. Как они уже достали ждать отмщения?
Ух ты, это далеко идти. Зараза. Ну что поделаешь, а это что за задание? Ага, соберите растения для другого зелья Валки. Тоже неплохо. Так, ну пойдем сюда сначала. Новый конь, кстати. Прикольный. Так, я запинал его до смерти. Записка о мести. Посмотрим. Сапог тоже опасен, если он на правильной ноге. Записка о мести. Терсер, сожалею, но твой отважный брат пал от руки данов. Отомсти за него, сын мой. К сожалению, он не отомстил. А, он еще жив, да? Я его просто отпинал. Ну вот, теперь дело закончено. Лошадка, куда ты? Она не привыкла смотреть в лицо смерти. Отвернулась от суровой расплаты. Придется привыкать. Блин, у меня стрелы закончились. Зараза. Все из-за рыбалки. Снова грибы, ну давайте. Эйвра любит это дело. Грибник еще тот. Ни дня без грибов. А, врата, да? Ну давай. Ух ты! Трупы. Какое-то мрачное место. Что это? Тут есть путь наверх. Я думаю, не всех так торкает, как Эйвора. У него талант к наркомании. Так, что-то не так. Там рыбы. Пойдем к рыбам. Ага, вроде правильно. Тут воздух. А там огонь. Три стихии. Еще земля должна быть. Неправильно? Наверное, неправильно. Сначала вода, потом огонь, потом ветер. Потом огонь. А еще земля. Вода, земля. Нет, тоже неправильно.
Вода, огонь. Земля, наверное. Вода, огонь, земля. Хрен знает почему. И воздух. Да. Я не знаю, почему такая последовательность. Ум надобен тем, кто далеко забрел. Дома все тебе ведомо. Насмешливо будут глядеть на невежду средь мудрых сидящего. Ну а как? Чтобы использовать свой разум, надо далеко куда-то заходить. Будь то наука или что-либо другое. Так, тут еще что-то есть. И озерцо какое-то милое. Ну что, конь, ты еще не привык к моим галлюцинациям? Привыкнешь. Тут и не такое бывает. Глядишь, и ты заговоришь. Так. Пасека. Если ты боишься пчел, мальчик, то не стой так близко к их улью. Но мне нужен мед. Хоть чуток. Это для подруги. Она его так любит. Я пробовал тыкать в него палкой, но они только сильнее злятся. Лучше бы ты в нее потыкал. Любишь медок, люби пчелок. Виннифред обожает мед. Такая сладкоежка. Так. Она очень добра, но не знаю, что будет, если ей не дать меда. Уже вымогает. Хоть пока и ребенок. А мне много и не надо. Могли бы и поделиться. Так, он погладил траву. Добыл мед? О, спасибо! Вот как добывали мед раньше. Выглядит вкусно. Положи на камень, она мигом придет. Это какая-то медведица, наверное. На какой камень? Расправь крылья, Сёнин. Камень там у дерева. Какого именно? Дерево, наверное, вот это имеется в виду. Кстати, это домик получается. Камень там, у дерева. Вау, кто-то быстрее, живет пока там. Она не пришла. Нифига Подожди себе. Со мной. Она уже скоро. Это сколько он ульев разворошил там? Виннифред не вместо мамы с папой с тех пор, как их не стало. Мы лучшие друзья. Другие дети меня дразнят. Иногда они кидают камни и называют меня червивым лесовиком. Виннифред меня спасла. Я лежал в траве и молил Бога забрать меня тоже. Пришли волки, а она их прогнала. Почти что Винни-Пух. Вот и ты, Виннифред! Я достал тебе мед! Тоже такое ощущение, что посвящено какому-то умирающему мальчику. Виннифред, лучшая из медведиц. Мой любимый день тот, что проведен с тобой. Так что сегодня мой новый любимый день. Добрый путник собрал тебе меду. Что надо сказать? Спасибо! После сладкого ты наверняка хочешь пить. Тебе и правда не страшно совсем одному, малыш? Вот глупости. Я здесь вовсе не один, меня бережет лучший из медведец. До встречи и спасибо. Пойдем, Виннифред. Прогуляемся на озеро. Поплещемся в камышах. Странная дружба. Но подчас друзей находишь в самых неожиданных местах.
Так чья это пасека, интересно? Кто живет в этом доме? Напомнило мне Винни-Пуха, и дом у кого-то там такой был. У совы, что ли? Интересно. Но выглядит офигительно. Там ничего нету сверху. Вот вы где. Все мои друзья наконец в сборе. Как же прекрасна жизнь. Осел, свинья и медведь. Винни-Пух, Пятачок, Иа. А кролик где? Где сова? Тут не все. Не все тут. Или изначально в произведении только трое были? Пятачок, конечно, хорош, посмотрите. Но это Пятачок. И друг, и шашлык. Ну ладно, пойдем отсюда. Ну, местечко прикольное. Ну, правда, немножко убивает атмосферу реального мира. Слишком фэнтезийное это. Как по мне, таких штучек одну-две за игру можно делать, не больше. А пацан получается Кристофер Робин. Так, вот он. Брошенный умирать в погребальной яме, полный язычников, Воден сумел выбраться и провел следующие 2 года, выслеживая по одному людей, которые вырезали его деревню. Никто из них не выжил. Воден, это же бог. Бог тьмы или смерти у этих... у викингов. Ну что ж, теперь выследим его и прикончим. Так будет со всеми ревнителями, со всем орденом. Так, что-то он как-то быстро ездит. Зараза. Нифига себе, вот эта скорость, только вот тут был. Что это за змея такая интересная? Хм. Ну, в любом случае, нам в эту сторону. Что это за скорость такая бешеная? Он на машине ездит, что ли? Если меня узнают, будет плохо. Слушайте, что-то не так. Это глюк. Он просто летает по карте. Я такого еще не видел. Бешеный ревнитель. Может, мне нельзя пока с ним встречаться? Или наступит парадокс временной? Я уничтожу континиум. Все дела. Не, ну посмотрите, что за бред, он уже тут. Только что тут был. Офигеть. Посмотрите на эту скорость. Как он перемещается. Я такого еще не видел. Охренеть. Ладно, нафиг его, невозможно догнать. Как я не пытаюсь, он просто летает. Видимо, на это рассчитано, чтобы я его пока не встретил. Какая дорога, посмотрите. Мощеная камнем. Красота.
Дувар, посланец должен быть где-то здесь. Может, я найду письмо, не проливая крови? Бард сказал, что здесь обучают паладинов. Бой будет очень непростой. Паладинов? Ух ты! Это же типа самые крутые рыцари. Прямо самый топовый топ. Ну и скорее всего фанатики. Что видишь, Сюнин? Значит, посланец там, да? А нас пустят? Крепость Дувра. Я думаю, что нас так просто не пустят. Надо обойти лучше. Действовать по-сосински. Не стоит привлекать внимание. Я тоже так думаю. Тем более... Если удастся похитить письмо, не убив посланца, будет гораздо легче. Я что-то не пойму, они там охраняют проход, а тут брешь такая, дыра в стене. Да уж. Так, не привлекать внимание. Приказ короля Альфреда. Я, Альфред, король западных саксов, назначаю Тена Тедмунда элдерменом Кента. Пусть он достойно служит мне, Богу и своему народу. Тена Тедмунда. О, бедная моя голова. Альфред выбрал элдерменом Тена по имени Тедмунд. Нужно сообщить аббату Кинеберту. Нужно найти Басима и аббата в Фолкенстене. Так, ну что, чистая работа? Куклы и пленники задание. Ну, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.